Мудрецы говорили, что здесь меньше земли, чем слава о ней. Славу раздобыли горцы и на поле брани в лихую годину Великой Отечественной. Около 1500 человек ушло из района на защиту Родины. Почти половина из них не вернулась в родные аулы. Люди соблюдают святую традицию чествования героев. А в селении Урада в этот день в средней школе дали имя талантливого военачальника, генерал-полковника Магомеда Танкаева.